Всем привет! Сегодня я буду сеять на рассаду грибовский корневой сельдерей. Замечательная приправа ко многим блюдам. Обожаю его в супах. Ни разу не сеял. Сегодня попробую это сделать. Он средне-ранний, до 150 дней от сходов до сбора. Есть некоторые проблемы у него со всхожестью. Всходит он достаточно долго из-за того, что семена у него пропитаны эфирными маслами. Чтобы это исправить и ускорить всход растений, сейчас я их залью алкоголем 40-градусным. У меня нашелся какой-то бальзам 40 градусов. Сейчас я его залью. Хорошенько смачиваем. Заворачиваем тряпочку. И оставляем их в спирту примерно на час. Кроме этого, сажать я буду в грунт, который предварительно прогрел в духовке. Ставил в холодную духовку на 200 градусов на 1 час. Он сейчас горячий. Когда он остынет, я его измельчу немного руками. Затем обсушу наши семена. И приступлю к посевам. Сеять буду на снег. Ждем, пока остынет грунт и вымочатся наши семена. Семена сельдерея полежали в алкоголе. Теперь его отправляем на салфетку, чтобы немного подсох, чтобы удобно было его сеять. А тем временем подготовим землю для посева рассады. Грунт подготовлен. Проливаю его водой с марганцовкой. Как я говорил, сеять буду я его на снег. Заодно он пройдет небольшую стратификацию холодом. В емкости обязательно делаем отверстие внизу, чтобы вода лишняя уходила и не застаивалась. Укладываем снег. На снегу будут хорошо видны семечки. И можно будет более-менее их равномерно разложить, потому что они достаточно мелкие. Хорошо, что сегодня снег выпал, а то снега не было. На улице опять зима началась. Наверное, до полного растаивания снега я оставлю емкость открытую, не буду накрывать ни пакетами, никуда убирать, потому что иначе тут будут коробки болота в пакете. Просто все загниет. И сеем. Да, часто получится. Ничего. Пакет семян был огромный. Мне столько сельдерей просто не нужно. Ну, взойдет, можно будет часть на зелень подергать. Салаты. Супы. Вон как часто получилось. Как семена, как у земляники, наверное. Хотя даже, наверное, мельче. Сажаем поверхностно, ничего не присыпаем, не закапываем. Ну, все, готово. Оставляю в таком состоянии, пока не растает весь снег. Как только снег растает и лишняя вода уйдет через дренажное отверстие, заверну все в пакет, убираю в теплое место. И увидимся, когда появятся всходы. Всем спасибо за просмотр. Пока.